Ребята, всем привет, всем доброе утро. У нас сегодня 18 августа. Время без 15:08. Мы с Давидом уже не спим. Амир тоже проснулся, и зять. У нас сегодня воскресенье. Не помню, что ты говорил, не говорил. Сидит, играет. А я сейчас буду готовить. Хочу вам вермишлену лучше сварить. И сварить куриный супчик. Да, Давид? Да. Будете кушать? Суп? Да. Кашу? Да. Ага. Все. Играй. Молодец. Строит тут. О, сколько машинок много, да? Залила молочко. Сейчас добавлю сахар. Ой, да чего там у тебя упало? Кубики. Все. Расширяешь гараж свой. Не хватает магнитиков? Да. Вот они. Вот эти можно добавить. Ой, сейчас тут все упадет у тебя. Ага. Упадет. Вот эти можно магнитики добавить. Да. Нихуя не нравятся тебе они. А этих уже нету. Это вот. Вот, да. А, во, вот так. Во. Давай я тебе помогу. Вот такой квадратненький сделаем. Так тебе больше места хватит. Во. Вот так вот. Аккуратненько. Складывай. Вот. Видишь, вот. Может, подожди, так вот. Сейчас, подожди. А даже в комнате. Спрашивает папа, мама. Да? Где папа с мамой? Да. В комнате телевизор смотрит. Мама, папа, да. Нет, папа в комнате. Папа не уходил. У папы сегодня выходной. А? У папы сегодня выходной. Папа сегодня на работу не идет. Папа в комнате. Вот иди посмотри. Ну, что вы думаете? У меня опять все выкипело. Стоило на секунду отойти. Вот. Не умею я стоять постоянно у плиты, чтобы не выкипело. Мне вот все время, вот только уйду и выкипит. Замочила опять. Сейчас еще суп надо будет готовить. Хочу куриный супчик сготовить. Сейчас утром пока нечем заняться. Приготовлю. Так, вермишелька уже почти готова. Сейчас поедят. А еще, ребята, хотела сказать, все, наверное, уже знают, как работает у нас YouTube. Вот, чтобы нас найти, если не хотите нас терять, мы еще есть в Telegram-канале, заходите к нам туда, подписывайтесь. И у нас еще есть Яндекс.Дзен, тоже заходите туда, подписывайтесь, смотрите. У меня там видео такие же, я загружаю на YouTube и на Дзен одни и те же ролики. Вот. Ссылочки оставлены все под видео. Заходите, подписывайтесь, да, чтобы не потерять нас. Надеюсь, мы вам интересны. Пишите, вообще мало комментариев пишите. Вопросов мало задаете. Да, Давид? Да. Можете в телеграм-канале задавать вопросы. Мы потом на эти вопросы ответим уже на канале. Либо на Дзен, либо на YouTube. На Дзен у меня одно и то же. Как бы я в первую очередь выкладываю на YouTube, а потом на Дзен. Потому что мне YouTube-платформа больше нравится, чем Дзен. Я вот в Дзен еще до сих пор не разобралась, как это все работает. У меня там просмотров очень мало. Подписок там у меня очень мало. Вот, но выкладываю. Угу. Не знаю, как правильно оптимизировать. На YouTube-то тоже особо. Не знаю как. Да, в принципе... Чтобы разобраться, нужно много времени. А мне этого времени очень мало, потому что я, кроме того, еще работаю. А когда выходные, как бы и смонтировать надо, и выложить надо. А еще если поискать информацию, почитать, на это уже времени мне просто жалко свободного. Иногда сижу, читаю, когда там между делом. Вот, чтобы специально, хотя надо выделить специальное время на это. И получше ознакомиться, получше прочитать, узнать все, как работает. А то я не до конца все оформила, сделала. Все пока у меня так. Зять пришел. Сейчас тоже будет кашку кушать. Вермишель молочную. Нет, там нормально хватит. Да. Сначала капризничала, что ему не хватает вот этих магнитиков. Да. Принесла вот этот конструктор. Сказал, ноу. Потом показал, а, да, такой же второй этаж настроил. Да? Крыша? Да. Свалилась? Да. Нет?
Как красиво сделал, да? Сопли у нас еще не проходят. Завтра уже пойдем в поликлинику за справками. Так как у нас, да, 2 недели у них, 3 недели отпуска было у них. Да, 3 недели отпуска у них было. Вот, со вторника уже пойдут в садик. А я в больницу, а я на работу пойду со вторника. Во вторник на работу уже ухожу, малыши в садик. Амина уже тоже скоро в школу. Через 10 дней буквально, во вторник, 20 число. Все, тоже к школе почти уже у Кристинки все готово. Осталось только, наверное, там одежду обновить некоторую. Пинжак. Пинжак вот и осталось. Потому что вот низ-то любой. Юбка любая. Ну, там в пределах черно-серого. Брючки тоже черные, либо серые. А пинжак вот строго... Какого у них цвета? Синего? Черный, белый. Вот. Нет, я имею в виду пинжак у них строго серым цветом. Строго-строго. У них в том году же они... Она купила другой пинжак. Им сказали, не разрешили. Нужно было, чтобы у всех был в классе пинжак одного цвета, одного материала. Ну, потому что они в одном месте все заказывали. Вот. И также в этом году. А юбка, брюки уже любой. И, ну, это как во всех школах. И футболочка, чтобы она была однотоновая, без рисунков, без всего. Ну, короче, чтобы не яркое было все. В принципе, это во всех школах так. Вот осталось только ей пинжак купить. Обувь тоже Кристина уже все заказала на Валберис. Юбочка есть, кофточки. Я не знаю, будет она рубашку обновлять, так-то и эта рубашка хорошо. Да, она может. Вот тетради тоже все куплено, канцелярия вся куплена. Ранец, не знаю, наверное, не будет покупать ранец в этом году, потому что у нее еще хороший с того года ранец. Молнии все целое. Вот. Да, и малышам надо в садик немножко обновить. Особенно Амиру штаны надо. У Амира 2 пары штанов, остальные все штаны уже маленькие. Все Давиду перешло. По наследству. Да, Давид? Так, я уже порезала кусок курочку филе. Сейчас почищу картошку. Ой, аккуратней. О, все развалил. Немножко не доел. Чего? Это тебе дать? А, сломалась? Вот, все сделали. Играй дальше, вот. Вот. О, как перевернулась у тебя машинка. Ой, вау, вау, гоняет. Гонщик. Да? Все, я буду дальше готовить. Пока хотела проверить, где Давид, он там мультик смотрел. Он уже сюда пришел. Ой, ой, как всегда, вот, видите, вот, шабу ушла. Вот. У меня уже тут готовится вовсю. Тут варится уже картошечка. Подожди, Давид, подожди. С курочкой. Так, пережарка уже готова. И сейчас минут через 10 добавлю я вермишельку. Куриный суп на сегодня. Легкий с вермишелькой. Будешь дальше играть? Ну, играй. Вышли с Давидом в магазин. У нас молоко закончилось. Давай объезжай. Там аж иди сюда на тропочку. Вот здесь поедешь. Да? Надо молочко купить до хлеба. Ой, ой, аккуратней. Пришли в магазин Магнит. Уже набрали. Пойдем колу брать. Колу? Хочет воды колу. Вон она, давай возьмем ее. Что ты выдумываешь? Ладно. А мы уже собрались заново идти. Саня, сейчас поедем и до Победы доедем. Мы пришли уже с Давидом из магазина. Я не стала снимать обзор, потому что девочки, Давид закатил такую истерику. Нужно было его нести на руках. Да, я еле это выдержала, что это магазин до дома. Он просто шел и плакал, чтобы я его взяла на руки. А я несла в руках пакет и еще беговел. Представляете, он еще беговел с собой взял. Короче, вот такие дела. И я беговел. А сейчас он уже спит. Наплакался, спит. Да, мы пойдем с Амиром. Ну, мне надо по делам, я его с собой прихвачу. Аминка гуляет. Они где там? Тихо. Вот, я тоже зубы вообще боюсь. Вот, кстати, Амир сейчас расскажет. Амир, страшно зубы лечить? Нет. Нет, не больно. Вообще не больно. Да. А боялся-то, мы его уговаривали, знаете, как долго. Он в мае месяце у него зуб начал болеть. Потом перестал на время. И вот тут на днях
так сильно заболел, да, Мир? Да. Что он сдался, сказал, ладно, родители, поехали. Они приехали в поликлинику, да? Ты расскажи, как было. Приехали сначала в поликлинику. Ты не хотел сначала идти к врачу? Или хотел? Хотел. Сразу хотел? Да. Мне купили эту Ауди. Ауди, да. И за это ты согласился, да, идти зубы делать? Да. А если бы не купили, не пошел бы? Ну вот, короче, была такая история. Да. Они поехали, он просто... Первый день, когда вот они пришли с леса за грибами, он просто плакал. На другой день пошли с утра ему делать, лечить зубы, у него опять заболел с утра. Пришли они в поликлинику, он сначала не захотел идти в кабинет, да, Мир? Угу. Ни в какую не могли его затащить. Поехали они в платную. Говорит, ладно, говорит, поехали же в платную, сделаем под общим наркозом, уже были согласны на все. Приехали в платную, а там запись, они поехали в среду, получается, 14-го, как раз мы когда в деревню должны были ехать. Поехали вот в платную 14-го, а запись только была на 15-е, на четверг. Получается, сейчас я расскажу, вот, Кристи, говорит, это, говорит, сутки держать, ладно, ждать, ладно, поехали домой, приехали к дому, а машинку-то ему не купили, ему обещали машинку купить только тогда, когда он зуб починит, да, я расскажу, ну, я расскажу всю твою историю, хорошо, расскажу всю твою историю, и вот, и в итоге они сидели в машине, думали, что делать, а он такой говорит, что ты сказал родителям? Поехали. Ладно, говорит, поехали, сдался, да? Да. И вот он сдался все-таки, потерпел, плакал? Нет. Молодец. Страшно было? Нет. Вот и расскажи, было страшно зуб-то лечить? Нет. Не больно было? Вообще ни капельки? Да. Так что скажи, ребятишки маленькие, скажи, не бойтесь лечить зубы. Угу. Ну-ка, скажи от себя. Вот. Хорошо, ты зуб... И теперь скажи, ребятишки маленькие, не бойтесь лечить зубы. Ребятишки, не бойтесь. Лечить зубы. Лечить зубы. Пойдем. Все, пошли мы. А мы вышли, как раз проехал 50-й автобус, электробус. Вот. Придется нам ждать. Не, мы не на этом, Амир. Наш вон уехал. Да, вон авария, смотри. Один остановился, второй не успел. Как раз на светофоре. Видишь, две машины поцеловали друг друга. Папа. Нет. Нет. Другая. Да. А мы сейчас доедем до Победы. Уже вышли. Сегодня погода вообще замечательная. Вот почему, когда мы были в деревне, было прохладно, да? Ветер был холодный, был, ну, было, короче, прохладно. Да. Мы доехали до 6-го микрорайона. Теперь нам надо дойти до Победы пешочком. Кстати, вот у Ани как болячка проходит уже. Ожог-то этот в поезде, который она обожгла ногу. Уже почти. Сегодня у нас 18-е? Да. 18-е. Да. Почти уже 10 дней. 9, ой, 10-го обожгла. Вот. Завтра будет 10 дней, как уже проходит болячка. Да? А уже 10 дней. Сейчас дойдем до магазина. Вот мне магнит просто нужен. Мне банкомат нужен. Больше мне ничего не нужен. Банкомат у меня почему-то так трудно выговорить всегда, сказать. Ну, нам тут дойти не совсем немножечко. Все такое зелененькое. Да, я люблю по этой, кстати, аллее ходить. Конечно, я по ней не часто хожу, но здесь народу мало. Зелень кругом, да? Где пицца? Пиццерия. Ага. Там есть пицца. Аня говорит, надо перейти на ту сторону. Я не помню, что. Мы уже подошли. Ой, здесь мы раньше печенье покупали. Тут переделали магазинчик. Вот нам вот в тот торговый центр на ту сторону надо будет перейти. Там у нас кинотеатр Победа. Также там есть семейный магазин с одеждой. Давай догоняй. На улице жарко, но я Амир на всякий случай все равно надела кофточку. Раз в этом торговом центре. Шли его, обошли все. Он, походу, дело тоже не работает. А что мне делать? Да. Угу. Ну, его недавно, по-моему, открыли, да? Такой еще купить. Домовенок. Так, ребята, мы уже с Аней пришли домой с Амирчиком. Но Крисник сейчас ушла с детьми в Валберес. У них там заказ на обувь. Детям кроссовки. Амиру с Давидом, Амине обувь школьная.
в школе ходить и кроссовки по улице ходить. Вот ушли мерить только что. А я хочу показать, что я купила. Всю, весь Брагин обошла. Тинькофф банк нигде не работает. Пришлось звонить в банк сам. Короче, канитель. Кошмар. Это Тинькофф. Вот. И в итоге пришлось звонить и буду по-другому оплачивать. Не работают, но забежали еще в магазины. В Космос еще заезжали. Короче, весь Брагин объехали. Все Брагин, вернее, объехали. Мы, наверное, 2.5 часа проездили с Аней и с Амирчиком. И вот в Космосе есть магазин. Открылся у нас косметика белорусская. Я уже брала там сыворотку один раз. Мне очень понравилось. И взяла еще раз вот сыворотку. Но это 55+. 45+ не было. Но она тоже, я тоже такую же брала. Она неплохая, хорошая. И крем для лица 45+. Потому что у меня уже те крема закончились. Почти. Вот. И хомяку взяла. Корм у меня тоже заканчивается. И опилки. Я ему беру так-то хомяку. Кукурузные опилки. Очень хорошие, девочки. Они и не крошатся, и не пахнут. И чисто всегда. А вот с опилками все время мусор у клетки. Потому что он роется, опилки летят. Но так как не было кукурузных, наполнителя кукурузного там, я не знаю, какие такие шарики, вот как древесный наполнитель. Есть кукурузный, мелкий, как раз для грызунов таких. Но вот раз не нашли, взяла опилки. Вот это для хомяка, для нашего. Это для меня. Сейчас покажу еще крема, какие у меня были. Вот крема, вот сыворотка тоже уже заканчивается. Еще была другая сыворотка, она уже закончилась. Но вот эти сыворотки мне не нравятся. У них остается немножко такой липкий этот след на лице. Мне не нравится. Вот такой крем для лица. Был такой же тоник и умывалка. Мне серия очень понравилась. Но крем, видимо, не подходит для моей кожи. Крем очень хороший, мягкий, нежный. Но он у меня быстро впитывается, и кожа как будто высушенная. Хотя крем идет увлажняющий. Но я им так иногда пользуюсь, так мазну. Вот такой мне крем очень сильно понравился. Тоже покупала в простом семейном магните. Тоже закончилось уже. Если найду, возьму еще такой крем. Очень понравился. Он обычный крем для нормальной кожи, по-моему. Витаминный. И вот такой я крем покупала в фикс прайсе по 99 рублей. Девочки, кстати, тоже хороший крем, но он пахнет пчелиным воском. Такой запах мне не очень нравится, но крем тоже хорошо питает, увлажняет кожу. Но тоже быстро впитывается. Тоже потом через часа полтора-два кожа как будто сухая. Приходится чаще мазать. Вот, теперь попробую эту серию. Надеюсь, она мне понравится. Хотя у меня уже брала, понравится по-любому. Вот. Так вот. Тебе обновила. Вот такие вот покупочки. А Лера пошла с Кристинкой помочь ей. Мыла посуду, так не домыла. Придет, домоет. Надо будет ящик еще переделать. Так что сегодня очередь Леры мыть посуду. Вот Лера придет, домоет. А вечером хотим мы съездить на площадку, на детскую, с детишками погулять. Погода сегодня хорошая. Ой, девочки, как я вспомню, что завтра у меня последний день, послезавтра уже на работу. Мне аж плохо становится. И надо будет что-то на вечер придумать. Деваю. Вот хочу спать, не могу. Ладно, это все сейчас уберу. Как раз у хомяка поменяю. Мы хомяка доездили в отпуск. Кристинка отдавала подружке Насте. Настя следила за хомяком. Вот тут на днях приехали с деревни, его привезли. От Насти забрали. Вот надо будет сейчас у него поменять там все. Водичку поменять. Корма свежего дать. Хотя у меня тут еще есть немножечко. Ну, короче, вот тут чуть-чуть совсем осталось. Вот корма дать, накормить. Спать уложить, намыть. Как-то так. Все, а потом, когда придут Кристинка с покупками, я покажу, что они купили на Валберес. Забыла уточнить. Не забываем. Ребята, переходим к нам на Дзен. Ссылочка у меня всегда внизу в описании. Также телеграм-канал, ссылочка есть. Переходите, мы в телеграм-канале общаемся, пишите свои вопросы, мы будем отвечать. Вот. И сами рассказывайте свои истории, скидывайте видео, скидывайте фоточки свои, будем знакомиться так ближе. Все. С покупками? Да, с покупками ни одного. Маленькие, что ли, все? Все, вот это да, красивые, кстати, да? Mm-hmm. Ну-ка, дай-ка. А где все остальные? Mm-hmm. На другом лифте? Дай-ка я себе. Вообще, тебе нравится? Адидас.
колбас. Кирилл такие любит. Кирилл такие любит. Ну все, снимай, что ты топчешь? Не так, да. Давид там что-то спорит. Давай сниму их и покажу поближе. Ой, какие они хорошие. Девочки, смотрите. Вот это бархат такой. Да, это бархат, да, или вельвет тут? Бархат. Кристина тут со своими ногами. Тебе нравится, Мир? Классненький. И у Давида такие же почти. Ну, какие типа, у тебя Nike. Давай ближе заходи, показывай. Ближе заходи, показывай. Ой, и Фару, я-то прям сходу. Сейчас, ладно, не раздемся, я все покажу. Показывай, дефилируй. Вот так. Бока. А у меня. А у тебя чего? А у тебя? А мне не подошла обувь. Вся велика. Тебе нравится, Давид? А, давай. А это мамины старенькие уже, да. Крис, смотри, большие, большие. Да. Мера. Поэтому мы тут не посмотрели размер. Должны были 33-й прийти, а пришел 31-й. А мне пришлось, мне сейчас надо будет делать возврат. По Америке, может, не придется делать. Да, как он придет на блок. Дай мне просто ногу, хотя бы понять-то. Да, одень, покажи маме, чтобы определилась размером. Ох, 31-й, фигу. А 29-й пока покупаешь ей, да? Они маленькие, да? Это я еще не до конца стану. В смысле, у меня Кроксы 29-й. Так вот, а это 31-й. И вот тут... А еще Кристина 3 постельного белья комплекта заказала. Это себе она, да? Это... Класса симпатичная, кстати. Это кому комплект? Это Аминин. Так, это Аминин. Гусь, да, гусь обнимусь. А это Амирчику. Гуся, надо их постирать сначала. А это Амирчику. А, Амира, у тебя смотри какая. С машинками оказывается. GTA. GTA? Это GTA, да? GTA, ты прикинь, я даже не знала. Такая простынь. Смотри какая. Я хочу гуся посмотреть. Чего мой хороший? И тебе, Давидик, да, да, и да, я. Да. Давай. Да. Смотри, она. Она. Амир, у меня гуся не будешь забирать. Будешь спать, да? Когда девочки едут, будешь на своей машинке спать. С таким постельным. И ты будешь, и ты. А мини носочки беленькие. Вот такие все покупочки. А, еще тут что такое? Это ремувер. А, для снятия ресниц. Будем сегодня снимать ресницы с Кристиной. Это маме с папой. Ты хочешь? Тебе надо? И тебе мама закажет, не переживай. Ты ладно, это твой. Ты себе это хочешь забрать? Да. Хорошо. Для подушки вот такая. 70 на 70. Вот. А я кофточку так еще. У него свое. И всем купили, а ему не купили. Как это так? Мама. Гусь, это сплюсь точно. Это вот надо мне это постельное белье, чтобы это спаться. Нет. Гусь, обнимусь, а тут гусь, это сплюсь. Твое, твое. Да, симпатичные. Симпатично. Я не думала, просто смотрю, с машинкой, я обожаю черно-белое. Ну, как для пацана. А я гусей. А он довольный. С гусями. Гусь, обнимусь. Я хотела такое заказать. Гусь, обнимусь, но у нас раз не было. Она мне взяла, Давид утащил. Да, он сказал мой. Забрал постельное белье родителей, сказал мое. Сейчас я еще поближе Кристинину кофту покажу. И вот такая Кристинина кофта. Такой материал хороший. Да, вообще. Недорого, кстати, 700 рублей. Там 600 с чем-то. На молнии воротничок такой. Жалуется. Замены подружки. Они были вот именно прямая вот здесь и прямые рукава. Не люблю, когда вот здесь на рукавах вот такая резинка. И вот здесь вот резинка тоже. Ненавижу. Мне хотелось... Вот идет, смотри. Партизан идет. Спрятал? Куда спрятал постельное белье-то? Ой, что тут ручка, что ли? Ане понравилось, Ане тоже такое же хочет. Аминь подружки. Скажи, я сейчас уеду в другой город гулять. Я сейчас в другой город уеду гулять. Сейчас поближе покажу обувь Амира. У Амира стоят 1400 кроссовочки такие. Такие мягкие девочки, симпатичные. И вот эта вот бархатная штучка. Вот это вот все.
такие вот у Амира. У него идет 27 размер. И это вот Давида. У Давида 1550. Но у него вот этот вот дермантин, я так понимаю. Не замш, ничего. Ну, тоже симпатично, удобно. И Кристина специально взяла на липучках им. Потому что еще дети маленькие. Шнурками завязывать путем не умеют. Да и в садике их ждать никто не будет, пока они зашнуруют. На липучке удобно, быстро. Да и им самим удобнее одевать на липучках. Такие вот симпатичные тоже кроссовочки у Давида. У Давида это у нас 25 размер. Девочки, если кому интересно будет, артикул Кристина скинет в Телеграме. Заходите, пишите. А мы пришли погулять опять в парк в этот. Мы сюда частенько приходим, приезжаем. На вечернюю прогулку. Там какой-то концерт. Не знаем. Вот они здесь, дед, пойдем искать их. Так. Давида, едь! Давида, едь! Есть только вода. Так, а мы сейчас прогуляться решили тут. Мальчишки играют в футбол. Прикольно. И кость оттуда видно. Ну, клевер посадили. Лизарон, клевер. Сейчас мы сюда, зайчики всякие. Да. Стоят ждут. Они тебе нравятся? Решили они по этому мосточку пройти. Я пойду прямо. Пошла Амина и все за ней. Перевернулся-то. И там он красиво сделал мосточек. С лавочкой. Там даже... А, там урна. Я думала, там столик. Я хочу покушать. Покушать? Ну, сейчас в Киев все заедем. А мы идем вот на эти качели. Аня еще здесь не была. Вот Аня хочет сюда сходить. Посмотреть. Красиво очень сделали. У нас тоже делают на очках парк. Будет такой же, наверное, красивый. Давай скорее с горочки. Во. Ой, я не могу на него. Шутник. Смотри, смотри, смотри. Да, да, он так бегает. Вот так вот, знаешь, вот так вот, так вот, так вот. Мне нравится. Ну. Садись давай. Садись. Лера ушла. Не ковырнись вниз лицом. Садись бочком. Ложись на качельку. Да Лера сейчас приедет. Довольный. Тебе нравится, да, Дэвид? Глаза видал его. Все? Вот так теперь так и вот. Все? Накачался? А, Аня, Лер, дай мне покачаться. Тебе? Аня, Аня. Смотрите, девочки, включили подсветку. Время 8 часов вечера. Ну, сейчас уже 10 минут. И так красиво. Вообще а красиво. А вот Аня нос чешется. Почему? Пьянка. У нее шутки, девочки. Она, видите, ну пошутит, так пошутит, да. Она за 80. Вот, и смотрите, тут тоже красиво. Все линейки подсвечиваются. Ну, проедь, проедь. Только аккуратно. Смотри, людей не сшиби, ладно? Ну, пойдем проедем со мной.
Да. Прогуляемся, пойдем прогуляемся. Красиво очень. А я так с хлебом. У нас хлеб остался, девочки. Вот, уже недельной давности. Но он не плесневый, ничего, он хороший. Вот, хотели птичкам покормить, а ни одних птичек здесь не видим. Вот, вот и хожу с пакетом с хлебом. Но все равно, думаю, мы где-нибудь встретим птичек. Вот, красиво фонарики горят. Вся подсветка кругом. Когда темнее будет, еще красивее будет. Ну, ничего не доехал, я тебя тут снимала. Ой, еще лошадь едет. Куда? Туда? Давайте туда. Только там с коляской аккуратней. Стой! Там с коляской идет. Правильно, не надо. Макдональдс хочешь? А куда хочешь? В Киевсе? Картошку где ты хочешь? Бургер по акции. Да. Заехали мы в Киевс. Ой, это Макдональдс. Вкусная точка. Да, будет. Еще будет наггетсы, которые за 1 рубль. Которые за 1 рубль. И наггетсы 6 штук, которые. Да, и наггетсы 6 штук, которые. Угу. Картошка. Соус сырный 1. Сырный соус 1. 2 большие. Так, сели кушать. Картошечку купили, что приехали, купили. По пути, о, Мирчик пришел. А тут новые булочки с манго и... Нет, а, вишню взяли? Да. Давай, я взял. Давай, молодец.